Новой школе быть. Она появится на участке площадью в 43 тысячи квадратных метров, расположенным за 21-м комплексом в микрорайоне Замеликесье. Здесь уже работает спецтехника. Строители начали рыть котлован под фундамент будущего объекта. Планируется, что новое образовательное учреждение будет сделано по проекту школы в 36-м комплексе. После сдачи ее смогут посещать 1200 учеников. Ну, у меня пока 6 лет, в садик ходит. Вот, надеюсь, до следующего года построят. Пойдем в новую школу. Сейчас в 8-ю школу ходит ребенок. И как бы ждем в следующем году открытие. И в первый класс один пойдет тоже. У меня дочка ездит на зябь в школу. С этим у нас очень много проблем. Ну, то, что ездим мы туда ему. А школа у нас прямо под окнами строится. Но не только завершение строительства новой школы ждут челнинцы. До декабря текущего года в детских садах и школах должен начаться капитальный ремонт. Его проведут в рамках республиканской программы. Список дошкольных учреждений, которые ждут обновления, пока формируется. А вот их количество уже известно. Планируется капитально отремонтировать 9 детских садов, значит, один лицей. Программа, она сегодня только в проекте. Говорить об окончательных цифрах пока рано,